Водоем Новосибирской области в зоне повышенного внимания сотрудников МЧС. В регионе начинается межведомственная профилактическая акция «Безопасный лед». На протяжении 5 месяцев, с ноября по март включительно, реки, озера и береговую линию будут контролировать спасатели. А с населением усилена разъяснительная работа о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период. Основные задачи, которые стоят в этот период перед ведомствами, — выявление несанкционированных ледовых переправ. Инспектировать будут все места массового выхода рыбаков на лед и места выезда техники вне официальных переправ.